сентября 2010 год. Я стою на перекрестке на красном свете. Вот, поехали. Поехали. Это поет мой любимый Анатолий Днепров. К сожалению, он в прошлом году умер, 62 года. Как жалко, ужасно. Сюда куча полицейских. Как я их люблю! Они здесь, видимо, кушают в кафешке. Потому что постоянно здесь... Я когда паркуюсь, несколько полицейских машин. I'm sorry. I'm sorry. Так, ну вот он, мой любимый магазин. Я уже делала маленькое видео. И там кто-то из добрых русских написали, как это называется, комментарии. Тетенька, тебе надо срочно учить английский язык. Позорняк. Как умею, так и говорю. Все, люблю, целую, пока, всем. Забыла.
теперь вот так. Все, до свидания.